Германия на финишной предвыборной прямой. Уже в это воскресенье там изберут новый состав Бундестага. И как раз накануне голосования немцы вдруг узнали, что система подсчета голосов несовершенна. Насколько высока вероятность манипуляции, об этом Татьяна Лагунова. Вбросы фейковых новостей, кибератаки и вмешательства иностранных государств. Готовясь к парламентским выборам, немцы оценивали и пытались предотвратить самые разные угрозы. Но одну, похоже, просмотрели. Уязвимой оказалась сама система подсчета голосов. Программное обеспечение системы, которая отвечает за передачу и подсчет голосов, можно взломать и, соответственно, манипулировать результатами выборов. Такое сенсационное открытие сделала группа немецких программистов из организации House Computer Club. Они без проблем нашли бреши в программном обеспечении и трижды взломали систему, которая уже в это воскресенье будет подсчитывать голоса немецких избирателей. И продемонстрировали, манипулировать можно как результатами голосования на отдельных участках, так и в масштабах каждой федеральной земли. Выводы программистов не на шутку обеспокоили федерального уполномоченного по проведению выборов. Дитер Заррайтер поручил до голосования устранить все недоработки. Мол, даже если никому в Германии не придет в голову манипулировать, избиратели должны быть уверены, что их голоса надежно защищены. Ну а чтобы в точности результатов вообще ни у кого не было сомнений, голоса избирателей будут подсчитывать трижды. Члены избирательных комиссий по телефону продублируют данные, которые ранее занесут в программу. Ну а потом их снова пересчитают по протоколам, заполненным вручную. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».